Приветствую, друзья, на канале Play. Меня зовут Владимир, и мы продолжаем прохождение игрушки Seven Days to Dark. Итак, друзья, что у нас сегодня по плану? У нас по плану сегодня Ночь Орды, 34-й день. Если я не ошибаюсь, он должен, походу, быть. 7, 14, 21, 28. Не, подожди, нет, он должен быть, значит, 35-й. Ага, значит, у меня будет целый день на то, чтобы я смог... Ну, мне надо как раз слезать за... С винцом нам надо слетать еще покопать металл. Ну, этим я, наверное, скорее всего, займусь. А уже зачистку этого шестого уровня мы будем делать. От нашествия будем проходить, скорее всего, на Стремецком. В субботу у меня вроде бы выходной. Я сейчас вот вернулся под заработка. Да, там был... Работал в другом месте. Вот, ну... Экстра деньжат заработать. Так что потому и не было столько, ну сколько, 4-5 дней после последнего видоса. Так что, друзья, извиняйте, но нам нужны денежки. Ну, как и всем. Так что, друзья, я сейчас быстренько тогда сейчас пробежимся, что у нас вообще есть. Что у нас готовится. Кто, может, не посмотрел предыдущий видосик, советую посмотреть. Но кто ленивый, посмотрим, что мы сегодня сделали. Что мы сделали в предыдущей серии. Мы... Поставили ПП-турельки. Загрузили их по максимуму. Или мы не загрузили ничего. Мы не загрузили, но мы придем и загрузим это дело. Потому что я их установил, а вот патроны я на них не поставил, да? Нет. Или я, подожди. А боеприпасы, да, нужны. Ну да, это мы еще потом придем, сделаем. Ну и плюс у нас здесь дротики. 1500 дротики. Дротиков. Да, вот они, два у нас дротикомета. Они будут работать у нас, друзья, по натяжке. Вот когда сюда будут зомбари приходить. Кстати, надо еще улучшить это дело. Я же не улучшил это. А то это разнесет только пух и прах. Кстати, этим сейчас надо заняться. Ну и эти тоже, опять же, турели будут только включаться при нажатии на плиту. Я надеюсь. Я не знаю, сейчас демолишеры, походу, еще не появятся. Где у нас? Какой у нас день? 121, кажется, еще нет. Мне кажется, в 140-х получается начинает появляться, но еще рановато. Ну, не знаю, посмотрим, что там будет нас ожидать. Я думаю, что мы должны без всяких проблем справиться с этой ордой. Да, я думаю, не так уж это все сложно будет. Ну, а хер его знает, как это в конце концов еще получится. Может быть, даже и сложно будет, хер его знает. Ну, посмотрим, это мы увидим в будущем, когда это все будет случаться. Да, опять же, перед тем, как начнется ночная ночь, я отключу турель, которая у нас здесь находится рядом. Я не хочу, чтобы они здесь работали, и они переагривать будут их, не знаю, лучше, наверное, от греха подальше. Вот. Ну и потом посмотрим, что у нас вообще происходит здесь. Так, это сейчас улучшим. До бетона, чтобы не было никаких проблем. Потом посмотрим, как это будет работать, в общей сложности, или все будет отлично, будет срабатывать. Потому что я проверял самостоятельно, туда заходил, и по мне тут дротики шпигали, все было нормально. Вот, и они, получается, не стреляют где-то, вот это, ну, как вот мы идем здесь, потому что когда зомбари они заворачивают, они вот заворачивают сюда, и как раз дротики вот стреляют, считай, в спину тебе. А почему не стоят сзади? Ну, для того, чисто из соображений, которые у нас будут в будущем, демолишеров, чтобы их не триггерить при помощи этих дротиков, чтобы в грудь им не попало, и нам тоже потом не попало, из-за того, что мы не подготовились, как полагается, да? Так, там по 600 патронов, 900, 300, 600, 900, 1200. Мы сейчас загрузим их туда. И закроем, залочим их. Так, сюда раз, два, три. Заблокировать, отлично. А то как это, не знаю, почему они не как-то недополнил их в прошлый раз, не знаю. Ну да ладно, что с ним. Камеру не буду настраивать, потому что они автоматом будут срабатывать только по триггеру. Даже это нам не нужно. Опять же, да, это мы отключим, который внизу. Эти, конечно, будут работать по нашим птицам, которые будут здесь приземляться, да? А почему ты вообще сюда смотришь? Что за херня? Подожди, друзья, надо как-то тут
А, все правильно, я думаю, просто отключились и не работает как надо. Думал, что-то случилось. Ладно, окей, сойдет. Так, кстати говоря, надо проверить, ли тут у нас все хорошо. Да, у нас здесь все отлично. Ну да, это по идее у нас должно отработать, это выключится. Это у нас подсоединено все вместе. Рванем рубильники, все будет отлично. Это все включится. Ну и эти турельки мы выключим. Ну, чтобы они не агрились на наших зомбарей. Так что, друзья, сейчас я пойду поработаю и уже с вами увидимся тогда на ночь Орды. И посмотрим, как у нас будет вообще эти обстоять дела с этим делом. Так что никуда не бегайте, скоро вернемся. Итак, друзья, наступил тот даже данный момент. Раз, 35-я ночь. Ну что ж, друзья, давайте готовиться сразу. Забираем все, что нам нужно. Я думаю, что нам хватит, больше нам не нужно. Давайте нафармил чуть-чуть некоторых вещей здесь, да, камни до херища, металла тоже чуть, ну так, не очень, но все-таки понемножечку что-то собрал. Так, значит, что нам нужно? Нам нужны патроны. Не знаю, сколько возьму. Возьму я... Давай 200. Нам надо забрать как раз, опять же, тоже снайперскую винтовку. Ее надо... Ну ладно, сейчас чинить не будем. Так, перезаряжаем все оружие. Так, что здесь у нас? Тоже все перезарядить надо. Может, даже еще с дигла постреляем сегодня чуть-чуть. Так, что еще у нас? Так, так, здесь мне ничего не нужно. Оружие есть? А, ну давай мы медицину возьмем чуть-чуть, мало ли. И надо взять эликсир. Медицину. Но у нас есть медицина, так что не нужно. Это так, что это дает нам? Сбор трофеев. Не то, что там, не то, что нужно. Урон в ближнем бою, бонус добычи, скорее всего, это не будет работать. Что это у нас? Успешность замка 100%. Тоже нам не поможет. Значит, что у нас здесь? Это что у нас? Урон ближнего боя нам не нужно. Оп, получение опыта. Давай возьмем парочку. Это что? Обмен кофе. А, кстати, нам даже надо сейчас... Давай сейчас забустимся по максимуму. И скушаем что-нибудь такое вкусненькое. Сколько ты даешь? 64. Ой, бля, зря. Ну ладно, хер с ним. Уже еще поздняк метаться. Я думаю, что должно хватить. Может быть, булыжника нам побольше взять. Возьмем парочку так. Ну и еще цемента возьмем. Подлеси, что, блин, выкинем остаток. Так, ну что ж, вырубаем. Это мы вырубили... Все турели, которые сбоку у нас. Ну и идем занимать нашу территорию. Ну что ж, говорится, как говорится, блин. Понесла звезда по кочкам, да? Рубаем. Все топливо, походу, должно хватить, да? Сколько у нас? 700, нормально. Ну и... Отлично. Блин, я, конечно, хера не вижу, что происходит, блин. Ну да ладно. Только вижу яму. И все. Может быть, мне надо было дрон... Надо будет забрать его в карман. Никуда, ты идешь в баню. Так, 2100. Да? Дигл. Нормально. Ну что ж. Понеслась звезда по кочкам. 5 минут. И погнали. Ну, посмотрим, что у нас будет сегодня. Надеюсь, что на нас никто не плюнет здесь. Так, давайте станем по максимуму вдали. Вдалеке. Ну, давай ставим. Свет горит. Ну что, понеслись. Я, конечно, не увижу, как дротики работают. Надеюсь, что мне дротики нахуй не застрелят самого меня. Так, давай.
Надеюсь, ну посмотрим, как это будет. Слышу, дротики стреляют. Все нормально. Ой. А как Дигл стреляет, посмотрим. Не знаю вообще. Плюется. И давай все-таки снайпер возьмем. О, коп. Коп отъехал. Главное сейчас копов валить на. Ух, блядь, что ты до херов копов? Ну. Вот как-то спокойненько. Малишеров не вижу. А, это по пешечке стреляет, я так понимаю. Очень много с правой стороны идут. Пока что спокойненько, без всякого напряга. Вижу, коп идут. Ой, перезаряжайся, твой. Коп, 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 надо убрать его. Еще один коп сзади. Коп. О, это у демолишер, а не, или коп взорвался. Давай, пацаны. С этой стороны поперли. Походу там солдатики сейчас поперли. А, ну да, солдатики уже поперли, да. Хера, этот коп там валяется. Он уже следующий на подходе. Еще, блин. Ну, я думаю, что это уже следующий на 42-м дне уже, скорее всего, появится у нас уже демолишеры.
Хопа убрали сразу. Коп засел. Так, мне походу две уже эти сдохли. Как его там, ну, эти две. Там, бля, муха. Просто отлетает нахер. Надо еще, блин, как, чтобы они, ну, тебя, знаешь, двойные пролетали. Ну, вот там их мясорубка ебашит. Дротики работают, все отлично. Упал, ну что за херня, блин? Идем, хорошо идем. Я же сталь не взял, а еще некоторые запчасти тоже не взял. Я просто представляю, какие жестокие вещи творит шестая вот такая снайперка. Все, мои сдохли. Здрасте, сколько вот здесь? Я вижу, да, стреляет, вот даже там эти эффекты. Ой, извиняюсь, ёпты, ударился микрофон.
Еще. Ну, походу, все. И опять 12 часов нет, и мы уже все убили. Я даже уровень не поднял. Какого хера? Печально. Ну ладно, давай вырубаем. Так, здесь потом проверим. Ну что, смотрим, как тут все у нас. Потратили мы, короче. Давай сейчас посмотрим, сколько потратили. 400 патронов. 400 патронов потратили. Луцецко довольно-таки много выпало, скажу так. Завис он. Так, окей. О, синее. Это... Так, это можно скинуть. Так. 110, бляха-муха, да много, блин. Ладно. Короче, дрон. Отпускаем тебя. Power up complete. Нормально. Сейчас проверим, как у нас состояние наших мясорубок. А он уже здесь же эти были, как его. А, это еще нормально работает, тоже еще нормально. Ну, половина 500 сдохло. Половина меньше, чуть-чуть больше. Ну, неплохо, неплохо. А как это тут? Сейчас пойдем проверим, сколько у нас дротиков раскидало. И это что такое? Откуда это вообще? Подруга. Могу что-то скинуть я там. Не знаю, откуда это упало. Что-то сломали. Без понятия. Так, что у нас по патронам? Ну так себе, нормально. Ой, ёпта, тут еще целая куча. Как у тебя-то с патронами? Ну, один стак зажали. Ну, так себе. Лутецкий тоже так, ничего не... Ну, так себе, скажем. Не очень так крутой, но тоже неплохой. Блин. Подруга, где-то там. Давай, скину все это. Вот еще шлем, блядь, выпал. Нормально. Окей. Ну. Не, ну смотри, по сравнению с тем, что у нас было, блин, до этого, по, ну, в связи с лютецким, ну вообще это было отстойный. А здесь уже нормально. Так, тут у нас бахнул этот, как его, жирный где-то. How may I assist you? Тут... Иди в жопу. Где тут жирный? Ну, здесь... Вроде бы так себе, ничего, нормально. Ну, тут нормально так цепануло. Ну, или, скорее всего, может быть, я там пострелял целую кучу. Ну, скажу так. 35-й день. И довольно-таки неплохо все это выдержало. Ну ладно, еще целое. Главное, что еще самая большая проверка, это мы еще не прошли ее.
Это когда у нас будет демолишер, вот там уже будет уже по чуть-чуть по-другому. Так, что у меня было здесь? А, понял. У нас же здесь был свет. У нас был свет, и его взорвался, и все, пипец. И он его просто уничтожили. Это и отлетело в ту сторону. Значит, там тоже должен быть это. А если это еще уйти в бетон, то вообще никаких проблем не будет. О, не в бетон, а в сталь. Сейчас пойдем проверим, как у нас там, а здесь ничего не продамажили, что за херня? Очень странно. Ну ладно, и здесь что-то продамажили чуть-чуть. Ну и тут, ну тут скорее всего то, что дамажили, потому что, ну типа не заворачивает и. Окей, ну пошли смотреть, сколько там осталось патронов. А почему это тут еще повреждено, не понимаю. 156, ну так, неплохо. Сколько здесь? Одинаково расстреляли. А, ну да, правильно, они же, блин, должны, по идее, одинаково стрелять. Так, подожди, мне там надо было, чтобы починить их. Металл и, ну, как и для этих... мясорубок. А здесь нам нужно что? Сталь. Ну, совсем неплохо, друзья, скажу так. Совсем неплохо. Я думал, что будет хуже. Ну, неплохо, неплохо. Все-таки я думаю, что еще... Мы тут еще дадим жару с этим делом. Нормально, это мне нравится. А то, что здесь. И на... А, ну тут чуть меня побили. Кто-то здесь бетон мне бил. Сталь не побили. Где тут было, только что видел. Ну да, эти трубки нормально, они работают, все работает отлично. Все, пошли чинить дальше. Так, как это понять? Как это вот, как это понять, что как они здесь это все умудрились поломать? Или это уже осталось с предыдущего раза, не помню. Вроде бы нет. Что здесь? Ну, это, скорее всего, я сам. Починили. 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 Отлично. Замечательно. Надо еще сюда потом будет, на будет, конечно. Тут еще столько можно вещей улучшить, это пипец. Это что тут? И таким образом они здесь умудрились что-то, бля, поддамажить мне вообще непонятно. Кажется, тут был свет. Или может быть еще, друзья, еще одну, блин, поставим. Как ее там, эту, бляха-муха, ловушку. Кто-то по бочке еще треснул.
Очень странно, блин, никто. Ну ладно, мелочи жизни. Так, значит так, чиним тебя. Починили. Починили. Прыгаем. Прыгаем. Где мой этот? Один все-таки просрал я, да, каким-то образом. Так что это там я не починил еще, блин, твою мать. Двоишь. Какой неуклюжий. Твою мать, ну что ж такое будешь делать? Прыгай. Твою мать. Не, я просто, блядь, это... Это уже не смешно. Твой, ты что, серьезно? О, спокойно, спокойно. Иди ты в жопу. Где там нахер это, блядь, мои эти? По барабану, короче. Ну да, значит, он здесь взорвался. Печально. Ну, что ж поделать. Ну, это мы потом укрепим, может быть, и... Ну, я потом уже добавлю это уже за кадром. Я это уже сделаю. Не хочу просто, как говорится, слишком удлинять видосик. Вы же пришли посмотреть только, как мы тут все здесь замотили, замочили всех и идти дальше, наслаждаться жизнью. Короче, дальше идем ремонтировать это. Так, я думаю, что не надо ничего ремонтировать здесь, да? Я что, вроде бы ничего не пострелял здесь. Так, ну что ж ты будешь делать, дебилой? Ну ты что ж ты... Отлично, все починили. Дальше. Дальше. Дальше, 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 дальше. Так, здесь. Ну, короче, мы тут это еще тоже снесем. Потом еще добавим еще один электровеник. Может, даже сюда, может быть, туда закинем. Не знаю, или может быть... Ну, здесь у нас был свет. Да, свет у нас здесь был. Ну, его сейчас нету. Так, что у нас здесь? Все починено, да? Все починено, все починено, все починено. Здесь они все починено, тоже все починено. Так что, друзья, вот такие дела. 35-я ночь Орды прошла успешно. Никаких проблем у нас по большому счету не было. От со слова совсем. Ну, не, совсем не скажу, не совсем. Ну, тут вот сдохла эта тема, но... Не страшно, не страшно. Я думал, что будет гораздо хуже. Ну, не так уж все это плохо получилось у нас. Так что, друзья... Даже, друзья, если есть какие-то советы, рекомендации по поводу еще игрушки, и не стесняйтесь, оставляйте комментарии под этим или под любым другим видосиком. Опять же, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик и не забывайте оставлять ваши суперские комментарии. А на сегодня, друзья, я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и пока-пока.